Активный отдых и зарядка для мозга. Днепропетровская обладминистрация вместе с волонтерами организует квест «Единый город, единая страна», призванный объединить всех патриотов. Квест пройдет в форме увлекательной игры. Она будет состоять из заданий на знание города. В каждом задании загадка, в которой зашифровано место, куда нужно добраться. Задача игроков – как можно быстрее прийти к финишу. Чтобы присоединиться к квесту, нужно собрать команду до 5 человек и зарегистрироваться. Для этого следует зайти на сайт и нажать на ссылку «Подтвердить участие». Придется много перемещаться по городу, поэтому каждой из команд понадобится машина. Игра продлится от 3 до 5 часов. Первые участники уже подали заявки.